Всего на фотовыставке представлено 50 работ. Организаторы тщательно выбирали снимки 7 профессиональных брестских фотографов. Каждый запечатленный кадр – изображение неподдельного счастья молодых семей и их маленьких детей. Пройти мимо, не посмотрев на работы, трудно. Особенно мне дети понравились. Ну уж такие дети. Лучше детей вообще ничего нет на свете, наверное. Это как цветы. Каждая фоторабота интересна по-своему, но каждая несет в себе одну и ту же информацию. Пусть на свет рождаются дети. Инициатива общественного объединения в защиту жизни и семейных ценностей, к которой присоединились и брестские мастера фотографии, своего рода призыв сохранить жизнь каждого еще не родившегося ребенка. Наша фотовыставка, она приурочена к дате легализации абортов 18 ноября. Были впервые в мире легализованы аборты в мире. И несмотря на такую вот, можно сказать, грустную, печальную, да, плохую дату, мы решили сделать что-то позитивное. Организаторы выставки намерены и дальше продолжать свою благородную деятельность. Ведь нет ничего более вечного, чем семья. Нет ничего более светлого, чем дети и их улыбки. Сохранить все это – задача каждого из нас. А вот чем порадует брестчан в следующий раз волонтеры общественного объединения в защиту жизни и семейных ценностей – никому неизвестно, но проект обязательно будет.